А вы всегда чихаете, когда смотрите на солнце? Серьезно? Это гнездо лебедя. Ой, надеюсь, здесь динозавры не обитают. Не орем. Псов не выгулим. Далее идем. Первый мой поход выходного дня на байдарке. Каяк. Как его ни назови, плавсредство. Чувствую, что будет весело. Однозначно весело. Будет около 2 часов собирал байдарку по причине того, что 2 раза я собрал полностью, но почему-то подумал, что собрал неправильно и собирал по новой. Вот, то бишь за 2 часа собрал 3 раза байдарку и разобрал. Но теперь я уже знаю 100%, как ее собирать, что именно, какой последовательности. Это не может не радовать, потому что все-таки у каркасной байдарочки есть свои особенности, и собирать ее примерно где-то 30 минут. 2 часа в день собирать не приличает вообще никакого удовольствия. Получится нормально. Сейчас плыву по Одре на север вдоль Поможан, Щецин. Это прекрасный город, в котором я живу. Только что вот минут 40 ходили с сыном. Тренировался он. Прошли мимо так званой Венеции щечинской. А, покажу обязательно эти кадры. Да, хорошая тренировка, да? Согласен. Такая барзо файное чечение для меньшни ренг и перши, так? Меньш. Чвичимы ренки. Чвичим. Так. Яйцо. Так. И меньшни перш. Не вем, как бежим по-польску. Першови меньшни, не вем. Правом. Правым. Еще раз правым. Давай. Еще раз. Левым. Правым. А вы файне че идже, а? А вы поживые трехат ворженко. Добро. Левым. Что там? Я крыша. А как ты, Бенжи? По-российски то сирень. А сейчас направляюсь в сторону Амазона, там, где работаю. Шведеты город в той стране. Соответственно, посмотрим. Думаю, 7 часов я проплыву.
не захотела. Чтобы я подплыл поближе. Ну ничего. И все время запах, я не знаю, стирального порошка, запах стиранных вещей. Очистные сооружения здесь работают. Непонятно. Но в данном случае какое-то что-то находится здесь. Вот рядом. Там явно какая-то птичка сидит. А, нет. Нет, эта птичка не хочет, чтобы с ней пообщались на берегу. Вообще огромное количество уток, что меня поражает в Щецине. Ну и, наверное, это в Польше в целом, потому что огромное количество птиц. Утки, лебеди, цапли. И это окрестность города. Да что там утки? Просто работая на Амазоне, смотришь в окно, а в 100 метрах, в 200 на поле пасутся дикие кабаны, олени, не знаю, косули, как это назвать правильно. Едешь по дороге, видишь огромное количество кроликов или зайцев таких крупных, я не знаю, но мне кажется, что это больше похоже на кроликов. И все это абсолютно настолько близко, настолько не боится людей, что, ну, это круто. Это очень приятно. Значит, люди не убивают. Здесь просто так, вот, гляньте, лебедь. Абсолютно спокойно плывет лебедь. Огромное количество лебедей. Зимой ездили мы в Менздездроя. На полях просто огромнейшее количество пасется лебедей. Какой-нибудь фильм бы сказал, что они, наверное, уничтожают, я не знаю. Возможно, так есть. Кстати, вот это что такое? Тут паркуются, наверное, какие-нибудь корабли, да? Проходящие. Веревки, причалы, такие парковочки у них. Если не якорятся, а какой-то... Если говорить о лебедях, вспомнил, что кто-то мог бы сказать, что они уничтожают поля. Ну, возможно, что-то какое-то и наносит вред сельскому хозяйству. Но в целом-то прекрасные животные. Птицы. Птицы, да? Будем говорить птицы. Животные, слово живые, а птицы... Вот, гляньте. Ну, интересно, насколько близко подпустит меня данное красивое, просто очень красивое создание. Он, конечно, опасливо смотрит в мою сторону. Ай, каштаны. Каштаны на берегу речки. Просто, ну просто замечательно. Как раз волны просто расходятся. Но мы не будем тебе... Красавец. Все нормально, не бойся. У нас остров. Интересный островочек. Я не знаю, как я должен поступать. Но будем поступать согласно знаков движения. Данный знак, как мне кажется, гласит о том, что этот остров мы должны обходить слева. Ну, окей. Соответственно, и будем смещаться влево. Кстати, вокруг острова насыпаны камни. Интересно. Уточки. Возможно, камни насыпаны специально, дабы этот остров не размывало. Вполне возможно. Уточка может... Лети, моя хорошая. Так. Что мы там видим? Имею надежду, что все будет нормально. Считаю, что уже пришло время переобуваться. Настоящий пайдарочник должен быть, наверное, ну, как минимум, в тапочках, как максимум в тапочках.
покряхтим. Как же без этого? Оденем тапочки. И... А вода уже, я вам скажу, не такая же и холодная. И так. Что здесь видно? Во-первых, видно, что здесь когда-то была жизнь. Разумная, имеется в виду. Байдарочку нужно будет доработать, потому что что-то явно нужно под спину. Итак, покидаем этот остров и движемся дальше в сторону Ростова. Ух, волна. Ну, там кто-то рыбешка, по-моему. Вагон. Красоте. Никогда не видел, но лебеди сейчас плывут, очень так растопырив крылья, как-то их раздув. Интересно, что они делают? О, самолетик. Привет. Вот, гляньте. Абсолютно так. Что это делает? Сушат крылья, не знаю. Может быть, только что мылись, весь сушат крылья. Вух. Ну. А вы вся чихаете, когда смотрите на солнце? Я да. Какие-то, я не знаю, это орлы? Ну, в общем, какие-то хищные птицы, мне кажется. Парк краеобразовый долина Дольной Одры. Парк краеобразовый, долина Дольной Одры. Прикольно. Ну реально прикольно. Ой, надеюсь, здесь динозавры не обитают. Не орем. Псов не выгулим. Такое умиротворение. Там лебедь. Серьезно? Это гнездо лебедя. Лебедь, сорян, я ухожу. Извини. Все, братан. Уточки. Дальше лебеди. Впереди очень интересный знак. Ловушка для рыбы в виде сети. Такая вот построена. Наверное, рыба заходит. И что? Или это не сеть? Ну, не, это точно сеть, но какую функцию она выполняет, я не знаю. Понятное дело, видя какую-то невозможную угрозу, а я возможная угроза, он, соответственно, начинает плыть. Ну что ж, попробуем догнать. Разгон. И давай, отрывается. Оторвался. Тяжелая птица, но все же отрывается от воды.
сходим с широкого канала на более узкий, который идет вокруг, в данном случае, вот этого парка. Просто поражает. Тут возникает вопрос, смогу ли дальше пройти, потому что вполне возможно, этот канальчик зарос, и мне придется менять первоочередной план. Ну да, глубина здесь явно небольшая. И она, скорее всего, не позволит мне пройтись. И возможно. Возможно, попробуем. Иначе просто придется возвращаться совершенно другим путем, которым я не хотел возвращаться. Ну, ничего страшно. Эта часть дороги заболочилась и, к сожалению, не учится.